Мишки, аккуратнее! О, нет, аккуратнее! Что ты делаешь? Не туда! Что это он делает? Что он задумал? Нет, 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 оставь меня! Святые Кисси-Мисси, покушение на ребенка! Я звоню в полицию! Бэйби Лонг Лекс, отпусти меня! Я не хочу больше играть в эту игру! Да как ты смеешь? Украсть нашего ребенка! Она останется здесь навсегда! И что ты нам сделаешь, а? Он настоящий! Он уже здесь! Бежим! Скорее! Вы будете играть по моим правилам! Мамочки, как страшно! Неплохо! Ну что, сыграем в прятки, мои зверятки! Я иду искать! Радиационная бочка! Здесь явно прячется какая-то живность! Вот, попробуй это! Я всегда ем, когда нервничаю. Что? Соленые огурцы? Это банка с консервами? Я проверю вот эту коробку. Тебе не спрятаться от моей биты. Во имя всех игроков. А это что еще такое? Приветик. О, нет, я боюсь привидений. Не подходи ко мне, я тебя уничтожу. Зря стараешься. Бу! О, мамочки. Не трогай меня, умоляю. Поиграем в ужастики. Нет, нет, нет. О, смотри, что там? Что, где? Спрятаться скорее. Ты серьезно? Это моя коробка. Я ничего не вижу. Где он? Только призрака здесь не хватало. О, чипсы! Мои любимые. Ммм, как вкусно. Ай, моя спина. Говорила мне мама не спать сидя и стоя. Итак, продолжим наши поиски. Вот в этой коробке точно кто-то есть. Надо хорошенько прислушаться. О, мамочки! Ага, я знаю, что ты там. Сейчас мы тебя вытащим. О, святой хобот! Мне конец! Вот, держи! Что? Книга? Кстати, я ведь не читал эту часть «Сумерек». Надо же, кто бы мог подумать. Фух. Что? Там кто-то вздохнул. Динь-дон, кто там? О, да, я заставлю его покинуть эту коробку. Сейчас, сейчас, нужна правильная пропорция. Радиация – мой лучший друг. О-оу, здрасте. Подержи-ка. Вот ты и попался. Ха-ха, теперь не убежишь. А можно мне глоточек воды? Так и быть, я сегодня щедрый. Спасибо большое, очень вам признателен. Прими душ, химик-ядерщик. Какая подлость. Это еще не все. Познакомься с моим хоботом. Мой прекрасный нос. Ты уже надоел мне, синий слон. Где же они могут быть? Ну все, мне надоело прятаться и дрожать. Хватит. Ты что, Феррари? Что? Сейчас я устрою тебе гонки. А, так ты скорее Ламборгини. Все ясно. Ауч, мой рог.
Ну все, хватит игр. Как скажешь, я одолею тебя голыми руками. Единороги – редкий вымирающий вид. Отпусти меня немедленно. Как скажешь. О, точно в яблочко. Будешь у меня вместо полочки. Очень удобно. Да как ты смеешь? Нахал! Спокойно. Итак, кто здесь остался? Только эта фиолетовая кошка. И мне кажется, что она в этой канистре. Хватит! Хорошая кошечка. Нет, 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 не надо. Я тоже кошатник в душе. О, смотри, что у меня есть. Что? Взгляни туда. Эти кошки такие глупые. Купилась на лазерную указку. Эй, ты, оранжевый. Посмотри сюда. Эй, ты, смотри сюда, слоненок. О, нет. Теперь ты будешь одним из нас. Отлично. О, нет, 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 не надо. Сопротивление бесполезно, единорог. Осталось разобраться с ребенком. Привет, привет. Начнем наше шоу. Оу, какой ужас. Хорошо, что у меня есть ключ. Какая прелесть. Обожаю, браво. Это именинный кошмар. Кому вообще нравятся клоуны? А сейчас новый фокус с исчезновением. Ну давай, исчезай. Спрячь свой зад. Благодарю. Продолжим. Алле, оп! Упс. Всем привет, дорогие гости. Прошу, не заставляй гостей ждать. Терпеть не могу эти формальности. Вперед! Моя победа уже близка. Шаг! Еще чего, не дождешься, это тебе шаг. О, приветствую тебя, король, как жизнь? Что тебе надо? Ты пришел меня убить? Конечно нет, я пришел тебе помочь. Вот твой выход. Как вы добры, сэр, благодарю. Надо же, это было чересчур легко. Мне пора. О, мне пришла почта. Что за чудесный солнечный денек? Привет, моя морковочка. Вкусняшка. Да ведь это королевская морковь. Сейчас вытяну. О, да, получается. Хорошо. Это явно не морковь. Добрый день всем ушастым. Хочешь, я открою для тебя морковный рай? Заходи в эту манящую дверь. Спасибо, сэр. Это было легко. Ну до чего же доверчивый зайчик. До чего предсказуемое искусство? Никакой абстракции. А это еще что? Такой картины я не помню. Фух, как же утомительно быть картиной. Приготовься, сейчас я тебе открою дверь в мир настоящего искусства. Ха, этим меня не удивишь, зубастик. Тогда для тебя особое приглашение. Эй, ты ничего не видел, приятель? Где это мы? О, нет, дверь закрылась, это не к добру. Дорогие гости, добро пожаловать в удивительный... Меня зовут Кейн, и я ваш бессмертный конферансье в этом мире. Нас ждет удивительное приключение. Серьезно? Хватит! Выпусти меня! Надоело слушать! Ты только говоришь... Это все скука смертная. Пока!
О, нет! Прячемся, ребята! Ну что ж, если вы хотите поиграть в прятки, то я к вашим услугам. Прячьтесь, мои дорогие. А я, так и быть, не буду подглядывать. Я иду искать. Так. С какой же коробки мне начать? Посмотрим. Минуточку, я не помню такой фигуры в шахматах. А вы? Что ж, с нее и начну. Только не меня, только не меня. Особо королевских кровей. Вот это мне повезло. Нет, пожалуйста, не надо. Шах и мат, ваше величество. О, мамочки! Это так страшно! Бедный король! Итак, кто дальше? Посмотрим. Пуговица, ты тут явно лишняя. Что? Тут пусто. Какая подстава? Я не то. В моем цирке нельзя сквернословить. Кегля, о да. О нет, только не моя кегля. Вот неудача. Что же мне с ней делать? Придумал. Ты станешь шаром для боулинга. Ну что ж, сыграем в боулинг. Спорим, я выбью страйк. Итак, кто же нам попался? Пока-пока, клоун. Энни Бенни Рики Таки. Это будет шляпа. Что же мне использовать? Ну, конечно же, динамит. Что же может быть надежнее? Упс. Я так не играю. Еще один динамит, пожалуйста. Попробуем пойти обратным путем. Великолепно. Охота на зайцев прошла успешно. Кролик из шляпы. Мой самый любимый фокус. Ваши аплодисменты. О, спасибо, спасибо, спасибо. Тише, тише. Перейдем ко второму акту. Нет, я так просто не сдамся. Джекс! О, нет! Помни, помни... Где же ты прячешься? Я тебя не вижу. Помни. Ой, боюсь, боюсь, боюсь. Только не это. И что же прикажете мне делать? Может, обратиться за помощью? Хорошая идея. Прошу минуточку внимания. На арену цирка приглашается невероятный силач. О, да чего же он мощный. И это все? Мне прислали уменьшенную копию. Стоп, стоп, стоп. Видишь вон ту коробку? Разберись с ней. Упс. Можно поаккуратнее? Спокойно. Лучше я это заберу. Почему меня везде обижают? Проваливай. Этими убить можно. Что? О, да, получилось. Здрасте. Вот и все. Ты осталась последней. А где моя трость? Ты не это ищешь. Одну секундочку. Да-да, это мое. Отдай, пожалуйста. Спасибо, ребята. Нам пора выбираться отсюда.
Спасибо, приятного просмотра. Ваш билет. Смотри, что я придумал. Это идеальное место для жвачки. О, идем. Смотри на эту ушастую. Я люблю свою музыку и вас не слышу. Есть идея. Отлично. Что? Куда делась музыка? Сигнал пропал. Это вы! Эй, это мой планшет! Отдай! Охранник, помоги мне! Проходите. Что там происходит? Я разберусь. Эти двое украли мой планшет. Что? Вы украли ее планшет? Нет, это наш планшет. Скажи. Да-да-да. Вы врете. Это мой планшет. Мой. Нет, мой. Хватит. Сейчас я проверю, чьи здесь фото. Вы правы, планшет ваши, ребята. А обманывать нехорошо. Больше так не делай. Какой я молодец. Неудачница. Пока, лузер. Сиди здесь без планшета. А это что? Покажи наши билеты. Цифровой цирк. Ну что ж, идем. Отдавайте его. Выпустите меня. Закрыто. Мы тут застряли. Меня зовут Кейн, я ваш конферансье. Ну ладно, перейдем к интересному. Посмотрим, во что вы одеты. Как обычно. В цифровом цирке нет места обычным вещам. Все только самое удивительное. Что со мной? Как это снять? Что с моим лицом? Пока, лузерши! Что? Но как? Ребята, напрасно вы бегаете. В другую сторону. Отсюда нет выхода. Вы останетесь здесь навсегда, так что привыкайте. Нет, пожалуйста, умоляю, только не это. О, мне уже пора. Адиос, амигос. О, нет, теперь нам отсюда не выбраться. Все закрыто, бесполезно. О, это я, мой выход, дамы. У меня стальные мышцы. А вот и ты. Добро пожаловать в комнату испытаний. Хорошо, что зашел. Посмотрим, что за зайчик к нам забежал. Я вижу твои потаенные страхи. Значит, ты боишься монстров. Тогда скорее скажи им привет. Ням-ням-ням, поиграем. Это все только моя фантазия. Ага, кажется, я придумал, что делать. А если вот так? Что происходит? Я танцую балет? Помогите! Я не люблю танцевать! А вот и новый образ для тебя, Хаги. Это не смешно. Это очень смешно. На себя посмотри, прима-балерина. От унитаза слышу. Получилось! Просто я лучший! Эй! Кажется, это меня зовут. Ну, я пошла. О-оу!
Добро пожаловать в мою комнату испытаний. Посмотрим, кто к нам пришел. Ага, значит, ты обожаешь пончики. Вот и чудесно. Угощайся пончиками, моя дорогая гостья. Приятного аппетита. Ммм, вкусняшка. Мое любименькое. Ауч! Из чего сделаны эти пончики? Мой зуб! А еще пишут, что ты боишься стоматологов. Надо же, какое совпадение. Ну все, мне пора. У кого тут болят зубки? Больной зубик надо вырвать. С корнем. Нет, нет, нет. Кусай! Мои зубы. Присаживайся. Покажи, где болит. Вот тут очень больно. Ай-яй-яй, не волнуйся. Больной зубик надо вырвать. Готов? Сиди смирно. Раз, два, три. Оп! У меня получилось! Юху! Присаживайся! Люблю послушных детей. А теперь мне пора. И что дальше? Зубрила. Я не дам тебе списать. Так, так, так. Кто же выйдет к доске? Ты! Раз ты такая умная, реши этот пример. На решение уйдет вечность, ей ни за что не найти ответ. Кажется, я знаю ответ. Готово. Минутку. Все правильно. Проклятье. Тогда дополнительный вопрос. Кто изображен на доске? Ты не знаешь правильный ответ? Значит, ты получаешь двойку. Я всегда знал, что она двоечница. Подождите, что происходит? Это отлично с плюсом. Вы уволены. У меня получилось. Ребята? У нас получилось! Вот он, выход! Я всегда знал, что выход есть. За мной! Никто не выйдет из этого мира. Я разберусь. Давай устроим честную драку. Конечно. Пока! Я пас. Ну что, кто еще хочет поиграть? Ты или ты? Ты! Нет, нет, нет. Не надо так бояться, это будет весело. Нет, не делай этого. Что? Что ты себе позволяешь? Ну что же, осталась только ты, куколка. Нет, нет, пожалуйста, не надо. Пока! Никто не выберется из моего удивительного цифрового цирка. Эй, зайчик, ты где? Моя рука! Фух! А это что? Не подключать кабель к планшету? Конечно. Планшет! Джекс, выходи. Нет, пожалуйста, не надо. Эй, Джекс! Что? Где планшет? Вот, держи. Ну уже быстрее. Сюрприз, сюрприз. И кто же тут у нас остался? Помни,
Мы останемся все вместе в моем удивительном цифровом цирке, ведь здесь так весело и интересно, и так будет вечно. Мой луч поставлен на максимум. Кто это сделал? Окей, тогда поиграем в прятки. Выберем инструмент. Степлер, канцелярские кнопки. Серьезно? Ну ладно. Такие крошечные. Есть идея. Спасибо, мой максимайзер. А теперь поиграем. Ну, с чего бы мне начать? Какую коробку выбрать? Паучье чутье. Что? Ни в кого не попал? Странно. Паучье чутье не подводит. Кнопки закончились. Какая жалость. Что это? Как остро. Ну вот, порезал свой паучий пальчик. Я чую кровь. Приветик. Нет, 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 только не ешь меня. Очень вкусненько. Спасибо. Что выбрать дальше? О, да, перчатка Таноса. Ауч! Как раз мой размер. Какую коробочку мне уничтожить? Тебя? Или тебя? Или тебя? Может, тебя? Я выбираю картошку фри. Розовый? Это не то, что вы подумали. Я нашел тебя, Венсдей. Нет, я не хочу быть милой и маленькой. Поздно. Фух, пронесло. Мне снова повезло. Слава Тритону, это не я. Ну, ты огромный. О, крошечная мини-Венсдей. Иди сюда, малютка. Сиди тут, в моей коллекции. Венсдей? Есть. Что выбрать следующим? О, рестлер. Давай. 6, 7, 8. Нокаут. У нас есть победитель. Поздравляю. Ау! Вы ничего не забыли? Нужно выбить коробку. Давай, парень, я в тебя верю. Ты готов. Да! Я отправлю этот хот-дог обратно в киоск. Стоп! У нас есть новый чемпион. Чемпион! О, боги! Что делать дальше? Думай, Джованни, думай. А кто это тут подглядывает? О, нет, что делать? Он меня заметил. Там точно кто-то есть. Посмотрим, кто там. Ау, 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 мой лучший глаз! Ты поплатишься за это. Кукуруза? Зачем мне кукуруза? А, конечно. О-оу, я попала. Оружие замедленного действия. Включить огонь. О, да. Как жарко. Еще и попкорн. Слишком жарко. Святые крабы, я не хочу утонуть в попкорне. Что там происходит? Все по плану. Попалась, русалочка. Теперь ты моя. Приветик. Приготовься уменьшиться до размера головастика. Да, получилось. Какая крошечная рыбешка. Ауч! И не думай сбежать. Это западня. Надо отсюда выбираться. О, точно. Так, так, так. Кто следующий? У меня же есть паутина.
Эй, мистер злодей, посмотри сюда. Я здесь, ты не меня ищешь. Что? А, Человек-паук. Вот где ты прятался. Сюрприз. А, я ничего не вижу. Эй, вампирша, нам пора, выходи. Я уже тут. Бежим. Паучок, а ты ничего не потерял? О, да, это мои. Стоять, думай головой. А как же наушники? О, нет! Помогите! Ням-ням! Нет, пожалуйста, не надо! Попалась! Ням-ням! Нет! О, прости, я не хотел тебя напугать. Не бойся, все хорошо, не надо нервничать. Что? Кто она? Эй, Спайдермен, ты ничего не перепутал? А ты, разлучница! Я? Тебе конец! Вау! Монета! Да это же целое состояние! Ребята! Доброе утро! Можно продолжить игру? Что? Помни? Кто это с тобой сделал? Я знаю, кто мне поможет. Он был где-то в старых игрушках. Вот он! Детектив Пикачу, разберись с этим делом, приятель. Бекки, иди завтракать. Иду, мам. Ну и надымили. Приветик, я детектив Пикачу. Приятно познакомиться со всеми. Я проведу расследование. Итак, что произошло? Вот. Оу, да, место загадочного преступления. Я соберу все улики. Так, это паутина. И кому же она может принадлежать? Кажется, я догадываюсь. Помни, держись. Ну, хватит, это мой парень. Минус одна соперница. Это было легко. У Гвен был очевидный мотив преступления – ревность. Эй, детектив, чего задумался? Так и запишем в мой блокнот пушистого детектива. Что там? А это что? Новая улика. Это опилки. Ага, и они указывают на тебя, Кейн. Все могло быть так. Добро пожаловать в мой удивительный цифровой цирк. Вас ждет леденящий душу фокус с распиливанием прекрасной ассистентки. Та-да! И должен предупредить, мы не репетировали. Начинаем наш фокус. А, нет, помогите! Вуаля! Идеальных две половины. Удивительный цифровой цирк. Ваши аплодисменты. Еще один подозреваемый. Не подглядывать. Ты, глазастик, пойдешь на допрос первым. Присаживайся, не бойся. Это не больно. Я подключу тебя к детектору лжи, и мы узнаем всю правду. Это стандартная процедура. Итак, рассказывай, а я буду внимательно... Чипсы... записывать. Хорошо, вот как все было. Мы убирались после ужина, я занимался гигиеной своего прекрасного рта. И тут забежала, помни... Смотрите, что я нашла? Огромная монета! Так. Какое богатство! В общем, я могу наконец-то отправиться в путешествие. Таиланд? Ну ладно. Всем пока. Счастливо оставаться. Скоро вернусь. Эй, подожди! Вот так все и было. Никогда не знаешь, на кого упадет богатство. Понятно, Кейн невиновен. Следующий подозреваемый – Спайдермен. Благодарю за сотрудничество. Ауч! Я не буду говорить. Давай, я слушаю. Нет, не хочу. Окей.
а вот так? Серьезно, я же все-таки супергерой. Ладно, а если вот так? Окей, я все расскажу. Я быстро догнал, помни. Эй, помни, давай я помогу собрать вещи. Я так не думаю. Помни. Подожди, послушай. Постой. Соберись. Да? Смотри, так быстрее. Держи. А у меня к тебе одна просьба. Сможешь привезти мне этот знаменитый тайский деликатес? Насекомые на шпажке. Фу, гадость. Хорошо. Спасибо большое, ты лучший друг. Это может кто-то подтвердить? Не знаю. О, а вот и свидетель нашелся. Соберитесь, сэр. Вы можете дать показания, что вы видели? Я видел, как Помни и Спайдермен обнимались, а за всем этим наблюдала Гвен Стейси. Затем она подошла к чемодану и открыла его. Что? За мной подглядывают. Приветик желтый. А потом она свернула мне голову. На этом все. Понятно, сэр. Спайдермен невиновен. Осталась Гвен Стейси. Спасибо за помощь, сэр. Моя голова. Опять. Но я невиновна. Убийца Гвен Стейси. А я расскажу вам, как все было. Гвен увидела объятия Спайдермена и Помни. И в ней проснулась ревность. Недолго думая, она распилила соперницу на две части. А затем она украла монету, спрятала ее и скрылась с места преступления. Да, вот именно так все и было. Я не верю. Это точно она? Я тоже так думаю. Пойдем. Нет, это не я. Осталось только достать монету из ее сумки. Эй, полегче. Вот ее сумка. И в ней... Сейчас открою. Что? Спайдермен? Похож. Это личное. Отдайте. А где же монета? Ничего не понимаю. Гвен! Нет! Что? Гвен Стейси! Ты же поломана! Какой ужас! Нет, Дадди, отстань! Кто-то сломал мою игрушку! Так кто же преступник? Все мои подозреваемые закончились! Нет, не мешай. Если это не Гвен и не Спайдермен, успокойся, паучок. У меня есть одна идея. Как насчет тебя, Пикачу? Меня? Вот именно. Нет, нет, нет. Так нельзя, я детектив. Ну, говори, Пикачу. Мы из тебя выбьем всю правду. Где ты был в момент убийства? Бежим! Кричи, кричи, тебя никто не услышит. Развяжите меня! Спасите! Сейчас! Идем! Надо спрятаться! О, под стол! Меня не видно? Фух, мой блокнот! И чипсы! Не надо! Меня зовут Кейн, я ваш конферансье. Посмотрим, кто тут к нам пожаловал. В цифровом цирке нет места обычным вещам. Все только самое удивительное. Что со мной? Как это снять? Что с моим лицом? Что? Но как?
Ребята, напрасно вы бегаете. В другую сторону. Отсюда нет выхода. Вы останетесь здесь навсегда, так что привыкайте. Нет, пожалуйста, умоляю, только не это. О, мне уже пора. Адиос, амигос. О, нет, теперь нам отсюда не выбраться. Все закрыто, бесполезно. О, это я, мой выход, дамы. У меня стальные мышцы. А вот и ты. Добро пожаловать в комнату испытаний. Хорошо, что зашел. Посмотрим, что за зайчик к нам забежал. Я вижу твои потаенные страхи. Значит, ты боишься монстров. Тогда скорее скажи им привет. О, нет, не надо. Ну все, оставлю вас наедине, ребята. Мне уже пора. Нет, нет, нет. Сначала одолей свой страх. Ням-ням-ням. Поиграем. Лови! Эй, не той стороной. Тебе не спрятаться. Стойте, подождите. Это все только моя фантазия. Ага, кажется, я придумал, что делать. А если вот так? Что происходит? Я танцую балет? Помогите! Я не люблю танцевать. А вот и новый образ для тебя, Хаги. Это не смешно. Это очень смешно. На себя посмотри, прима-балерина. От унитаза слышу. Получилось! Еще два монстра повержены! Просто я лучший! Эй! Кажется, это меня зовут. Ну, я пошла. О-оу! Добро пожаловать в мою комнату испытаний. Посмотрим, кто к нам пришел. Ага, значит, ты обожаешь пончики. Вот и чудесно. Угощайся пончиками, моя дорогая гостья. Приятного аппетита. Ауч! Из чего сделаны эти пончики? Мой зуб! А еще пишут, что ты боишься стоматологов. Надо же, какое совпадение. Ну все, мне пора. У кого тут болят зубки? Больной зубик надо вырвать. С корнем. Нет, нет, нет. Кусай. Мои зубы. Присаживайся. Покажи, где болит. Вот тут очень больно. Ай-яй-яй, не волнуйся. Больной зубик надо вырвать. Готов? Сиди смирно. Раз, два, три. Оп! У меня получилось! Юху! Помни! Эй, чего сидишь? Ты следующая! Что? Я? Заходи.
Присаживайся. Люблю послушных детей. А теперь мне пора. И что дальше? Зубрила. Я не дам тебе списать. Так, так, так. Кто же выйдет к доске? Ты. Раз ты такая умная, реши этот пример. На решение уйдет вечность. Ей ни за что не найти ответ. Кажется, я знаю ответ. Готово. Минутку. Все правильно. Проклятье. Тогда дополнительный вопрос. Кто изображен на доске? Ты не знаешь правильный ответ? Значит, ты получаешь двойку. О, нет. Я всегда знал, что она двоечница. Она дала правильный ответ. Подождите, что происходит? Это отлично с плюсом. Вы уволены. У меня получилось. Ребята? У нас получилось. Вот он, выход. Я всегда знал, что выход есть. За мной! Никто не выйдет из этого мира. Я разберусь. Давай устроим честную драку. Конечно. Пока! Я пас. Ну что, кто еще хочет поиграть? Ты или ты? Ты. Нет, нет, нет. Не надо так бояться. Это будет весело. Нет, не делай этого. Что? Что ты себе позволяешь? Ну что же, осталась только ты, куколка. Нет, нет, пожалуйста, не надо. Пока. Никто не выберется из моего удивительного цифрового цирка. Эй, зайчик, ты где? Моя рука! Фух! А это что? Не подключать кабель к планшету? Конечно, планшет! Джекс, выходи! Нет, пожалуйста, не надо! Эй, Джекс! Что? Где планшет? Вот, держи! Ну уже быстрее! Сюрприз, сюрприз! И кто же тут у нас остался? Помни! Мы останемся все вместе в моем удивительном цифровом цирке, ведь здесь так весело и интересно, и так будет вечно! Наконец-то! Загрузилась! Я? Нет! Нет! Снова нет. Кто? Нет. О, да. Удалить. Что? Нет. Кто это сделал? Я не разрешаю. Я здесь главный. Это мне пригодится. О, вот они. Я вас починю. Вау! Спасибо. У нас получилось. Выход. Наконец-то. Идем. Это было отличное приключение. Теперь мы лучшие друзья навсегда. Премьера фильма «Пикачу». Я так долго ждала. Добрый день. У вас билет на фильм про Пикачу. А кто это с вами, юная леди? Это все мои друзья. Ну хорошо, проходите вместе с друзьями. Приятного просмотра. Покемоны, добро пожаловать в кинотеатр. Что это? Посмотрим. Это же Пикачу.
Привет, малыш. Ну все, Пикачу, ты мне больше не друг. Что здесь происходит? Вашей ноги или лапы больше не будет в моем кинотеатре. Мой покемон! И видеосъемка здесь запрещена. Мой новенький покемончик. Идем. Одну минутку. У вас есть покемон? Да. И сейчас я его покажу. Я вызываю тебя, покемон. Ауч! Что это за смешной покемон? Можно? Давай, Джиглипуф! О, какой милашка! Отлично! Идем, покемон! Охранник полностью очарован. Добрый день! Вы хотите зайти в кинозал? А у вас случайно нет покемонов? Есть? Какая жалость! У меня ведь тоже есть покемон. Я вызываю тебя, Чармандер. Ты ведь сможешь с ним справиться? Нет, это без меня. Я сдаюсь, извините. Я так и думал. Идем, Геодуд. Фух, пронесло. Вау, суперсильный и супергрозный. Мы тоже так можем, Джигли. За мной. Привет, какие-то проблемы? Давай, Джигли, покажи нашу неустрашимую мощь. Ну и лузеры. Спокойно, Джиглипуф, не надо. Чипсов больше нет. О, попкорн! Пожалуйста! Ладно, ну как тебе отказать? Бери! Что ты там делаешь внутри, пока никто не видит? Обожаю колу! Ничего не разглядеть! Упс, прости, Джиглипуф. Упс, простите, я случайно. Говорю вам, у меня нет покемона. А там что? Ты! Ой, простите, я не специально. С вас $20 за большой попкорн. Спасибо. Я так спрячу покебол, что его ни за что не увидят. Главное, хорошо утрамбовать. Готово. Добрый день. Есть покеболы? А если найду? Что это у нас тут? Попкорн? Ммм, люблю сырный попкорн. Он ничего не заметил. Да, сырный самый вкусный. Ну так что, я могу зайти? Нет. Я обычный охранник, ту-ду-ду, но я всегда мечтал петь, как Леди Гага! О, спасибо, спасибо, всем спасибо!
Нет, 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 не сейчас, Джигли. Пожалуйста. Вот как нужно петь. Давай, Чермандер! Разделаться с ним с удовольствием. Нет, нет, нет! Что же придумать? О, у охранника ведь тоже есть любимый покемон. Ай-яй-яй, отпусти меня, кусочка! Каков гений! Точно, идея! Вот билет. Хочешь пойти посмотреть фильм, Чермандер? О, я очень хочу пойти. Можно мне пойти? Пожалуйста. Нет, покемонам в кинозал вход воспрещен. Ну все. Наконец-то мы прошли внутрь, покемончики. И охранник нас пустил. Спасибо, приятель. Смотрим новое кино. Привет, мои болельщики! Я вызываю Иви! Вау, это же Иви! И я вызываю Мяута! Ой, божечки, это сам Мяут! И я вызываю Пикачу! Три покемона? Что ж, я вызываю Геодуда. Покажи им, мой твердолобый. Мы его не потянем, тренер. Давай, Геодуд, вперед! Я сдаюсь. Все твои золотые карточки теперь мои. Я тебе покажу, нахалка. Покемоны? Итак, покемоны. Вот наш план победы. У Дианы есть покемон 20 уровня, а вы все 3 уровня. И этого явно недостаточно. Вы слушаете меня? Отдайте чипсы. Вы втроем должны поднять свои уровни, чтобы уничтожить Диану и вернуть мои золотые карточки. Это понятно? Все на тренировку. Бегом! Фли! Молодец! 10 из 10. Еще раз. Вау, хорошо. У Пикачу не бывает промахов. А теперь еще раз. Ты снова отвлекся на еду, Пикачу. Упс, прости, Иви. Мы все исправим. Ты у нас просто красавица. Тренер уснул? Закажем пиццу. Побольше, с добавками и сырным бортиком. Она уже здесь. Чармандер? Кто заказывал пиццу? Пицца! Она холодная. Да? Не проблема. Ребята? Ну какие же они сладенькие, мои покемончики. Сладких снов. Покемоны, вы опять не тренируетесь? Что же на вас подействует?
Я в депрессии. Мои ленивые покемоны убивают меня. Я этого не вынесу. За работу! Начинаем тренировку. Вот так уже лучше. Но почему они меня не слушаются? Позор тренера покемонов. Смотрите, подействовала. Да, я гениальный тренер. Мяут, сразись с Пикачу. Не-а, мне лень. Ну же, ты будешь тренироваться или нет? Ты самый своенравный покемон на свете. Подвинься. Я сражусь с Пикачу. Молодец, Иви, вперед! Святой покебол, как интересно! И на кого мы ставим? Я сдаюсь, и я устала. Ваш левел вырос. Бери с них пример, Мяут. Дай 5.